Ассаламу алейкум, Мухтар. Я тебе предупреждал, что то видео я закину YouTube, Instagram насчет долга. Брат, когда я тебе позавчера звонил, ты чем только не покаялся, что сегодня деньги принесешь. Когда я тебе вот сейчас позвонил, ты телефон взял, золото еще говорю. Вот с лета этот человек нас обманывает. Летом этот человек на магазин пришел, на 320 тысяч товар взял. Первоначально он доверие вошел, 50 давал, 60 давал, 70 давал, доверие вошел. И потом уже под реализацию взял и потерялся. Сказал, через неделю принесешь этот долг. До сих пор не принес. С лета этот человек нас обманывает. Брат, я тебе вот говорю. Просто, друзья, кто знает его местонахождение или же его точный адрес, напишите к нам. Этому человеку мы даем 10 тысяч. Кто скажет именно, где он находится? Мать, что скажешь? Продолжение будет видео, где мы ему даем товар где-то на 200 тысяч. Хотя до этого еще со 7 тысяч он должен был. На 210, по-моему, мы дали. И дальше будет видео, где он постоянно говорит, понедельник, несколько видео есть. Друзья, распространите, пожалуйста, это видео, пускай все видят. Он не только нас, и всех обманывает вот так. Давайте всем ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум. Короче, мы даем товар в долг стоимостью 211 700. До понедельника какое число? 24 мая нашему брату Мухтару. Товар тоже вот, свидетель тоже. Усман. Вот товар тоже выполнен. Все, салам алейкум. Чек тоже выполнен. Чек тоже выполнен. Я тебя вижу. Это с понедельник получается 9 число, даже. Да, брат, не знаю, какое число. Понедельник это послезавтра будет. Послезавтра получается. Ну вот. Послезавтра воскресенье. Потом. Короче, это мужской разговор, да, Жень? Субхану, не, просто субханалу не, брат. В прошлый раз тоже ты так подумал меня, Жень. Субханалу, да, брат. Почему не как это субханалу не, брат? Хорошо, вот. Я тебе сказал, ты вот сейчас мне мужское слово дал и поклялся Аллахом, что ты в понедельник двум часам приедешь на северную автостанцию, и мы там увидимся, поговорим. Да, конечно. Есть такой разговор, да, Жей? Да, да, есть. Все, хорошо. Вот тогда 9 часа я тебя 2 часам жду. Время не назови, но как бы время назови. Хорошо, время. Ну я же не могу брать тебя до 12. После обеда я тебе не выйду, я действительно мы созвонить. Ну, понедельник примерно, когда будешь, хоть скажи. После обеда, бля, 2, 3, 4, плюс-минус, то вечер. Хорошо, все, хорошо, проблем нет, все. Ну, поражал, пока ты сам позвонишь. Ничего, брат, алхамдулилля, хорошо. У нас уже мужской разговор был из-за этого. Ассалям. Я думаю, что-то не звонит. Я вот выехал, пока, Мухаммад, смотри, сейчас заеду к ним, они мне позвонили, приезжай, сказали. Ага. Все, я брат, да, хоть 3 часа я могу, брат, я встретить, правильно, я говорю. Ты меня хорошо, я тебя жду. Я буду, я тебе набью. Все, я тебя жду.